назовем это так. А это еще и про любовь. Вот это будет, скорее всего. Она любит Москву больше всего на свете. Она пишет стихи, но не гордится этим. Она пишет, как дышит, это очень заводит. И она, конечно, де-факто в разводе. Она сочиняет, крылья трепещут, готовит обед, разбирает вещи, стоит на балконе, книгу листая, внизу батарейкой жужжит Тверская. Спиной, капюшоном, мантильей. И в эти дни она не летает, ходит в офис, пьет чай, мечтает. Она умна, она очень красива, не понимает, как можно жить без мотива, а просто любит тех, кто с ней рядом, просто целует зеленым взглядом. Как бы помочь просушить ей крылья.